Здравствуйте, меня зовут Ольга Гамбоева, и это наш курс «Освой свой гаджет». На прошлом занятии мы с вами начали знакомство с Ютубом. Мы узнали, как скачать это приложение, как создать аккаунт, а сегодня я хотела бы вам подробнее рассказать, как подписаться на интересные каналы. Для чего нужны подписки? Ютуб — это огромная планета, где миллионы видео, и вы просто можете потерять какой-то интересный канал или какое-то интересное видео. Чтобы этого не произошло, просматривая интересный ролик, вы можете сразу подписаться. Для этого найдите красную кнопочку и нажмите «Подписаться». Несмотря на то, что вы будете совершать эту манипуляцию, видео не остановится, оно не исчезнет, то есть вы также продолжите просмотр, но уже будете подписаны на этот канал. Также подписаться на канал вы можете другим способом. Для этого нажмите на фото рядом с названием канала, вы попадете в профиль самого канала, увидите все видео, которые там выложены, и вверху странички рядом с названием канала также будет большая красная кнопочка «Подписаться». Здесь вы тоже можете это сделать. Давайте рассмотрим, как подписаться на канал на примере нашего социального центра. В строке поиска вбейте «МСЦ Таганский». Когда вам выйдут результаты вашего поиска, найдите фотографию с изображением зеленого сердечка. Нажмите на эту фотографию, и вы попадете на наш канал. Вы увидите все видео, которые там выложены, и также красную кнопочку большую. Нажмите на нее. Таким образом, вы станете зрителем нашего канала. Предположим, вы подписались уже на много каналов, и как в них не запутаться и где их вообще искать. Для этого и нужен пункт подписки. Об этом я говорила в нашем первом видео. На главном экране нажмите кнопочку «Подписки», и вам выпадет список всех каналов, на которые вы подписаны, а также видео, которые вы просматривали. Таким образом, вы сможете отслеживать те каналы, на которые вы подписаны, и при желании, допустим, разонравился вам этот канал, вы можете также отписаться. Просто там, где написано «Вы подписаны», нажмите еще раз, и вы таким образом отмените эту подписку. На основании ваших подписок, а также изучив те видео, которые вы просматривали, YouTube сам будет вам рекомендовать какие-то новые видео той же тематики, которую вы просматривали. Это будут рекомендации, и они будут отображаться на главной странице приложения YouTube. Вы также можете туда заходить, просматривать, и если вам будет интересно, также подписываться на эти каналы. Сегодня мы с вами говорили о том, как подписаться на различные каналы на YouTube, а также где потом искать эти подписки. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.